Но они же сидели там возле архива. Станислав Зильцерман, Елизавета Кривцова, и в палатке нас ждет Маргарита Драгина. Александр, да, и главный враг, Александр Гапоненко, тоже из главных организаторов. Не мой враг, вы знаете, чей враг. Вы меня смотрите, товарищи. Дорогие друзья, Маргарита Драгина готовит для вас эту маску, брошюры, Ну все, дальше.
Нет, нет, нет.